Кто не мечтал хоть раз глазком в будущее заглянуть тайком? Наши предки тайну знали и ее нам подсказали. Сойка взмахом яркого крыла открывала маленькие зеркала. В них посмотришь и не успеешь моргнуть, как сможешь в будущее заглянуть. Сойку в народе прозвали Вещуней, а еще и Говоруньей. Кто слушал ее пение в Сойкин день, счастье и богатство получал взамен. Веселый характер и самовыражение, к тому же сияющее яркое оперение, дало название, умеющее вдохновлять, пошло от древнерусской формы глагола «сиять». Птица Сойка, вниманием объята, да весьма одаренная богата, подвижна, беспокойна и хитра, и на удивление умна. В поведении она занятна, да к тому еще всеядна. Соберет с полей картошку, словит на обед рыбешку, на десерт сочных фруктов плодов натаскает из садов. Лесные орешки расколет искусно и полакомится вкусно. А вот осенью, зимой, пир из желудей горой. Под дубочками пикник, Сойка – знатный кладовщик. Набивает желудями подъязычный мешок, закладки формирует впрок. У основания пней, стволов деревьев, в ельнике и средь кореньев кладовочки по лесу разбросает, но где сложила, часто забывает. Через время тайники разрастаются в дубки. Сойка наша, как ангел-хранитель, наш лесной озеленитель, благодаря природному упрямству приносит пользу лесному хозяйству. Чуткая птица лес сторожит, криком тревожным предупредит. Самые первые звуки слышит, дух бойцовский ею движет. Сойка – пересмешник от природы, чужими голосами распевает оды. Собою хороша, миниатюрна, подражает иногда весьма недурно. Талантов много, не отнять, она заботливая мать. В апреле запоет крылатка, в ее гнезде – потомство кладка. Под материнским заботливым крылом птицы счастья согреваются теплом. Кто не мечтал хоть раз глазком в будущее заглянуть тайком? Закрывая дверь проблемам и ненастью, Сойка может показать дорогу к счастью.